Tablet Chain. Ну чё, закончим с этим? Кажется. Ну как закончим? Не закончим еще. Колики теперь здесь будут. Или нет? Конечно нет, я знаю это. Колики сзади. Где? Нет коликов. Это был большой, огромный маг Обоман. Ну что, начнем с закрепления микрофона. Всегда 750. Давайте делайте хотя бы 2000, нужно забирать, а? Хочу 2000. О, как я правильно музыку подобрал в начале, да? Ну, начнем. Кажется, у нас опять хорошо все идет. Ну да. Давайте я молчать буду в течение нескольких минут, а? Чтобы музыку услышали, а? Че вы такие? Не хотите слушать музыку? Ладно. Кстати, насчет чего? Я хотел вам сказать что-то. А, ладно, не важно уже. Я чуть не пропустил, кстати. То есть, знаете, что за бред? Почему? Потому что... Слушайте, я не могу сейчас затачиваться, пока я жмякаю на контролы. Понятно? Поняли. Я перепутал два раза. Чё? Чё за бред? Как так-то? Я даже 2000 не набрал. Как? Ну ладно, ладно, я не говорил 2000 ничего. Нормально, 750 нормально, да. Ну чё, здесь ещё будет сложно что-нибудь. Скуда? Я нажимал не так. Знаете, думаю, что там думаете? Чё, на каком языке там написано? О, боулинг. Тут всего лишь нужно 150 заработать. Так, мышью, да? О, будет весело сейчас. Сложно, точнее. Сложно, весело. То есть нужно дернуть мышку вперед и не сбиться еще. Потрачено... А, можно все лишь легконько привести вперед. Что? Не пойдет. Сейчас все будет, стойте. Неужели один единственный коликс? Думаете, хорошо, у меня всего 4 запуска есть.
Где бочка? Бочка стала невидимой. А. Заново еще. Тихо. А, в смысле, дается 100 очков за всех вроде, или нет, или 200. Сволочная мышка. Я говорил, мышка слишком чувствительна. Вот. О, кажется, сейчас будет идеально просто. Отлично как! Извините, как отлично получилось. Сто сорок... А чё в этот раз много очков дали, смотрите-ка. Чё? Не видно, что ли? У меня есть три запуска. У меня два запуска бочки всего есть. У меня всего два запуска бочки есть. Как ваши хотите. А есть это... Другой вариант запуска бочки. Только на геймпаде, нет, только на мышке. Нет. Хотя нет, хотя. Хотя шанс может быть. Спеа. Ну как бы 150 есть. СП, ну СП так СП. Ой, бешеный какой толик. Он слишком бешеный. О нет. Это был правый. Все. Че, я боюсь дальше, что будет. О, нет! Коровы и лунки. Кто попал в лунки, тот автоматически проигрывает. Понимаете? Сколько заработать нужно? 2 метра. Возможно, есть какой-то особый принцип, какой-то нужно. Прям принцип какой-то. Я красный всегда признал. Сколько метров от центра? А, у нас 2 раунда есть, я понял. А, 2 раунда, в которых мы одинаковы. Я понял, все. Все ясно. А, 3 раунда. Или сколько раундов? 3? 3 раунда. А! Так это ж легко. Тут нужно просто за 3 раунда, в смысле. Я понял. Офигел, что ли? Ну-ка. Надо бы их запульнуть куда-нибудь в яму. Всех. Сколько я от центра метров? Ну не, 2.22, нельзя. Ща. Можно открывать, отпрыгнуть можно. Вот только с первого хода желательно нежелательно. Но с первого хода там меня могут сбить еще, видите? Тут я вроде хорошо, хороший якобы.
Вот видите? О, два утопились. Сейчас мы посмотрим, что будет с этим. Офигел, что ли? Ёшки-мартышки, нет. Давайте. Так, утопленник есть. И сейчас, смотрите, хитро. Отлично, хитрость сработала. Ура! Что делаем? Утопленник утопить? Ты-дим! Ну, не сильно уезжаем. Тихо. Сколько? Я рад. Ну что, все? А, еще этап, стойте. Нет, не сюда. Кто там не остался? Лео, только что опустить его, да? Сейчас будет все. Легкий день попался, к счастью. Вот этот мелкий гад, который снизу бегает, он раздражает. Он просто будет. Я его не доскал! Сейчас от этого видео избавлюсь. Хорошо. Сколько нужно секунд там сделать? Все? Ха-ха-ха-ха-ха. Сколько секунд-то? Сколько? Идем за 40, сколько? За минут нужно? За 50? Сейчас проверю. Что за бред? Костюм. Или музыка? Костюм. Скорее костюм, чем музыка. О, костюм кролика. Кстати, это, по-моему, самый последний костюм, который я смог открыть почему-то. Вроде бы. Когда-то давно. Какой-нибудь не сразу. Минута! Фа, легко. А, еще, по-моему, костюм есть. Еще один, я вспомнил. Это еще не конец, далеко. О, нет, гонки снова. Ну непростые гонки. Это гонки в том же месте, но против движения. Мы знаем все срезы, но срезы как раз по-другому все выполнены. Мы теперь все против этих идиотов. Так. Ну, в каком смысле против идиотов? Против того, что они там. Срез. Я опять пустил этот дурацкий срез, который на самом деле не очень сильный, но все же.
наверное, так куча времени выигрывает, да? Объезжаем здесь. Есть! То есть непонятно, почему мы здесь едем против включения. Потому что идиоты, наверное, да? Наверное. Крест не важно, я заехал все равно. Ничего нет, с этого не будет, смотрите. Все равно видишь, еду. И видите тоже вы. Ты видишь, значит вы все видите тоже. Все. Слишком просто. Возможно. Но тем не менее, все равно конец. А что за новая музыка-то? По-моему, такого не было. Вроде что-то еще осталось, если я правильно помню. Да, еще осталось, конечно, осталось. Я помню. Значит, проверено, что осталось. Если можно выйти, то осталось, значит, да. Но мы не выйдем, мы сюда полезем снова. Сколько там осталось, видите? Практически конец. Ой, не совсем, но не совсем. Да, не конец еще, хватит смотреть то же самое. The end.